Ребята, всем привет! Сегодня я вам быстренько покажу, как врезать мебельную петлю с помощью ручного фрезера. Для этого необходимо нам будет фреза на 35 мм от фирмы SMT. Кому нужен номер, поставьте на паузу. Вот ее меньшие собратья 15 и 20 мм. В предыдущем видео я уже показывал, как они работают. Перейдите по ссылочке, посмотрите, кто еще не видел. Практически всегда в своих проектах я использую петли фирмы Hettich. Ну и для них существует вот такой шаблончик. В принципе, под каждую петлю можно сделать для разметки шаблон, чтобы ускорить это дело. От края для разметки идет отступ 37 мм. В общем, давайте быстренько врежем петлю. Покажу, как это делается с помощью ручного фрезера. Я обычно всегда отступаю от верха 10 сантиметров, от верха и от низа. Ставлю риску сразу на двух деталях. Так, проводим линию, чтобы было видно центровочку. И размечаем. Под петлю. Здесь отступ от края 37 мм. И под ответную планку. С помощью такого керна очень тоже ускоряется работа. Раз, два. Делаем отверстие под петлю. Выставляем петлю под 90 градусов. Намечаем отверстие. Использую вот такие вот сверла. Получается очень качественно. Также для крепежа ответственных деталей, которые еще может придется откручивать или еще раз снимать, закручивать, я использую вот такие вот мебельные дюпеля. Они позволяют избежать разбития отверстия. И осталось закрепить петлю и ответную планку. И соединяем. Все готово. Ребят, в общем, данная фреза очень ускоряет мою работу, также делает ее более качественной. Кому видео было полезно, поддержите лайком. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, друзья!